Мы снова в конвое с командой мастер-моды. Расстояние, ё-моё. Да, сегодня 3064 километра. Ух ты, у меня тут просто офигенный каньон. Ого. Выезжаешь из тоннеля и каньонище такое. Том. Всем здорово. Поехали, извините. Привет. Че, вам долго вести еще? Да херища. Так, новые товарищи дальнобойщики. Бродяга и Валик. У бродяги звук услышал, как по картам. Валик тоже самое. Карты, звук. Не понял, какой звук? Ну, микрофон я имею в виду, понятно. Как по картам? Валика, какие-то проблемы. Да, у Валика с микрофоном как-то не слышно его. А бродяга, все DLC по картам, кроме Берии, особо не учитываем. Микрофон я у тебя услышал. Не, Валик, тебя не слышно. Хы-хы, и все. Ну, у меня все есть, если что. Блять. Ну все, вот слышно бродягу. С нами, значит, если захочешь. Да, сейчас довезу. 640 осталось. Так, конвой свободкой пользоваться нежелательно, но если есть, как сказать-то, блин, мнение, что вместе со всеми, ради бога, только позади конвоя. И предупреждает при приземлении. Тогда тебе очень долго нас догонять надо будет. В любом случае, мы едем не так быстро, поэтому я думаю, что ты нас догонишь. Причем быстрее, чем тебя. Бродяга, оптималка. Ну, нормально. Шестерка мы уже справились. Так, кто кто впереди, скажи, где встречаться будем. А вот я вижу весовой контроль, Рустик, возле весового контроля. Можно там или вот дальше, дальше есть двухсторонняя заправка, я думаю, можно на ней. В любом случае, я еду 80, не тороплюсь. Да я уже на парке. Че везете? Медицинское оборудование. На шторке, да? Интересно. Без разницы, фургон, реф, шторка. Все подходит. А на сколько? Рустик, трогай, Рустик, трогай. Только нежно. Чё ты, Галя, не при глаза закидываю, игнорирую нахер, я вижу, что он в сети.
нет, что настаивать-то постоянно? Зайдет же все равно когда-нибудь. Не, ну слушай, так, в кои-то веке выдался такой самый нормальный сейчас денек, что я один дома, блин, можно покатать нормально. Родственники не мешают особо, ну, в смысле жена. Ну вот так, бывает. Ну, короче, вечер долгий у нас, томный, груз далекий, так что захочет зайдет, все. Я больше никого приглашать не буду. Кого выкинул всех, кого помню, пригласил, пересоздал комнату, так что она как бы свеженькая. Время у меня 17.02, ну, 17.00 пересоздал, по-моему, времени. В Москве 16.00. О, да. Ты мне скажи, что с Валиком делать будем, он же без микрофона вроде. Ну, если карта есть, если отпишет в чат. Чат же пишет, нормально. Это, слушай, бродяга, мы наркотики и оружие надежды, я вижу. Только все, я чат отключаю, ну, в смысле, вот это все электронное нахер не надо, только что в машине. Сейчас открыл, увидел. У кого-то же все равно включено, если что, могут сказать. Волчара, а что это, этот отсек переделал, что ли, игры? Ну вот, в стоковой карте. Я прям еду, как будто в DLC-шной. Прикольно так все сделано. А тут же они в 1.47 что-то переделали, не помню что. Вот это стопудово новая дорога, но имеется в виду переделанная, потому что уж слишком она свежо смотрится. Переделанная. Рустик, аккуратно, я слева. Рок, ты там где? На карте не наблюдаю. По крайней мере, на... которые... Ралта Движен. Они там с Соником вдвоем. Тусили, короче, да? По пивку, там туда к себе. А сколько километров вообще? Только взяли или что? Господи, бродяга, заказы конвой. Ну что, трудно открыть, посмотреть. Длинный груз, не хотел говорить. Долгий, на 3000. 1900 осталось ехать, 1000 уже поехали. Я знаю, на 3, я просто зашил, где я думал, тут только недавно выехали из этого. Не-не, оказывается, уже 1000 проехали, причем незаметно что-то. Так надо зайти, посмотреть, где, в каком, где мы находимся, вот и все. Че, просто зайти, посмотреть. А смысл потом кого-то ждать, если 1000 уже проехали? Хорош, хорош, набросились на чувака, он был толком задом. Попутку можно взять, если не так сложно ехать, собирается попутку возле. Да, ты когда, кстати, груз свой довезешь, который ты сейчас везешь, просто кликни, что свободен. Там посчитаем, где, откуда можно взять. Ну, либо то, как говорил, нежелательно ей пользоваться этой летными правами, ну, свободкой, да, но в крайнем случае разрешается, но лишь бы человек позади приземлялся конвой и предупреждал при приземлении, потому что не у всех сильные компы. Я предупрежу заранее. Я только сейчас довезу. Джентльмены, съезд справа будет. Ты подожди, дай догнать тебя. Я еду 80. Съезд справа, еще раз. Ой, хвост у меня там, блядь. Пока пиздел, блядь, забыл посмотреть справа зеркала. Это однозначно переделано все. Великолепно смотрится. То как насчет сборочки карт? Росмап, Казахстан, Волгамап, Сибирь, Южный регион. Все под 1.47, кроме Сибири под 1.46, но 1.47 работает адекватно, нормально.
не знаю, меня швыряет. И как бы, как тебе сказать, ну, выкидывает. И это портит ощущение от игры, и там раз-два кикнул, и уже не хочется. То есть, не знаю, пока не хочется. Нет, подожди, в промоцах выкидывает, это потестировать надо. Потестировать можно. Слушай, если тебе интересно, для одиночки эти на архив ссылочку на облако кину. А я тебе кидал, я не помню. А, только сори, это я другим ребятишкам кинул. Ток, говорю, у меня на один под версию Русмат еще был 1.44, он работал на 1.47, представляешь? Это сколько, ну год примерно прошел, да, грубо говоря, чтобы они до 1.47 довели. Вот, и эти файлики все как бы шик, удалил под 1.47, а назад еще скачал, подвел под 1.47. Так что смотрите, ссылочку кину, кому интересно тоже, говорите. Джентльмены, съезд справа, и потом очень справа. Тох, там в районе Южного региона такие серпантины, тебе очень понравятся. Подъемы, спуски, заправки оригинальные. Да, потестим. Самое главное, я так понял, в карту не заходить. Хотел сказать в онлайн. В одиночке, да, все стабильненько. Слушай, не знаю, ты знаком с комнатой Мороз? Девчонка там ловись. Да. Ну и весь знаком, если что. Я им тоже скинул, мало ли что. Можно народу подобрать по модовским 8 из 8. Лишь бы они стабильно работали. Переделать в этой на листовке может быть и можно, я не пробовал.
Нет, нет, подожди, какой ты поподробнее пиши, что значит моды на прицепы. По-моему, любые прицепы стоковые можно красить, там, фары менять. Ну, смотри, есть мод, короче, на прицепы. Туда можно уместно, допустим, задние фары поставить, чтобы я посветить там. Ну, там так иначе можно. Я там ролик смотрел, как в YouTube видел. Покраски можно любые, как бы, выбирать. Не то, что у тебя, как бы, есть там еще и модульские покраски. Не знаю, нет, такого мода я не видал. Ну, как бы, в стоковых прицепах весьма много модификаций, которые можно применить. Ну, это я знаю, но там нет того, что я хочу. Бродяга, давай так, смотри, если интересно, да, я тебе скину пак, значит, говорю, вес 7 гигов. До херища грузов новейших. Ну что ты будешь красить, не красить, сам смотри, может быть, может. Я просто не пробовал, я просто брал стоковые прицепы, блядь, но они, сука, оригинальные, блядь. 7 гигов, что-то оригинально. Ну, в архиве будут поменьше, ну, смотри сам, не знаю. Джентльмены, съезд справа неудобный. У Вали Хванаш накашлял-то как-то, блядь. Ковида нет, есть только СО. Бродяга, смотри сам, говорю, блин, ну не пожалеешь, вот охеренный нормальный пак. Ну это, наверное, все-таки пак больше на грузы. И на прицепы, которым приписаны эти грузы, а не на модификацию прицепов. Смотри, ток, по прицепам, да, там много таких, которые, вот я даже ни хера не знаю, как они называются. Кроме Шварцмюллера и этого самого, как он называется, блин. Там Кёбели, Стопудово, Касборер и вот это вот все. Наша левая полоса, джентльмены, пожалуйста, справа-правая уходит, не туда, куда она. Да-да, у них на баттере прям прописано, блин. Да не, потестим. Вот то, что ребят вес большой, это понятное дело, значит нормально ребята мододелки сделали, провесовали все качественно. Что вы хотели, если больше 200, совершенно новый груз. А ты московской взял людей? Нет, это сторонний сайт. Там я тоже пацанчик подогнал, мы потестили вместе. Я себя оставил. Ну я вообще все собираю такой вот на внешний выносной. Все интересно. А бродяга, что потестил, что скинул, ты у меня должен быть в друзьях. Попался ко мне? Подожди, давай подарки посмотрим, как себя ведешь. Вроде нормульща. Я всегда нормально веду себя. Поверь. Сонь! Руки! Вы там как? Братяк, один вопрос. Бухаешь? Я? Нет. Я в хорошем смысле. Ну, за игрой выпиваешь немножко? Выпивать могу попить. Так нет. Так что сразу не сказал, свой пивной человек, все, дружи, и ссылочку на пак прицеп. Протестируй в одиночке, посмотри, он должно тебе зайти. Если я ору, ребят, предупреждайте, мне микрофон близко. Ты плюс еще выпил. Я бухаюсь, выпиваю, вообще разные вещи. Ну, слушай, бродяг, я так образно сказал. Да, нормальный, да, да, все, хороший микрофон. Главное, чтобы тебя слышно было. Не, ну я могу немножко перебухнуть и уже орать. Благо дома никого нет, кот особо не реагирует. Че, 90 поедем, господа?
Да набирай давай уже, чего тут осталось, тут надо. Наша длинная полоса. Я протяг к тому, что, говорю, вот я когда в 21-м году только-только конвой вышел, еще могли не застать. Я-то сторожил вот этой ЕТС, грубо говоря. Ну так, я не кичусь, да? Я еще зашел не на второй день, как только конвой вышел, коды были, вот по ним играл. А что так, помню, не смотрелся, блин. Потом, говорю, людей начал подбирать, ну, адекватных, нормальных, чтобы катались, самое главное, общались как хорошечно, вот. Ну, не вопрос, я тебе говорю, скину сейчас спак. А, не скину, бро. Я сейчас опять начну в облако. Вот только правильно сказал, в облако начну закачивать, блядь, игра опять вылезет у вас. У меня это будет все стабильно. Это хит такая, в 1.47 почему-то, блядь, я не знаю. Ну потом что, поиграем на тебя. Ну да, я тебе говорю, смотри сам, и сборочку закину. Все под 1.47, кроме, говорю, еще раз повторяюсь, в Сибири. Вот, туда пак, и если... У меня там маска АМАС, может, еще из-за них это вылет у ребят бывает. Хотя с челом с одним катал, грубо говоря, я на МАЗе, он на стандартном, на МАНе, по-моему. Вот, нормально все было. Только я стал мне взять КАМАЗ, у него игра вылетела, у меня все нормально. Ну, кстати, бывает такое, да, даже вот тут, да. А многие говорили, там КАМАЗ-то более-менее подобрал, чтобы по интерьеру красиво был. Ну, не стандартный, который 54-10, а обновленный, Евро 5 у него, по-моему, на шильдике, или Евро 3, я уж не помню. А, сколько вообще? Карта большая у тебя, да? Карта, как понять, по масштабу или по весу? По весу, масштабу. Ну смотри, архив с карт с паками весит 6,9. Про 7 гигов архив только один весит. При распаковке, соответственно, в полтора раза увеличится. Да, это нормально. А так, говорю, сейчас они, короче, Южный регион раньше был у них, по-моему, в 2 файла они его сделали, в 1 Сибирь, в 1 файл сделали. Фиксик на Сибирь, ну понятно, 1.5 мегабайта херня. А Волгамап под 1.47 в 2 файла, а Русмап 4 файла. Давай, скидывай, что, буду благодарен. Да, мужики, не вопрос, не вопрос. Кому, говорю, интересно? Ну, я просто болею модами с 19-го года, мне это интересно. Ну, да, это интереснее катать, но что-то новое постоянно, а не в одной эпохе. Да вон только все подтягивай, говорю, давай по южным регионам, по серпантинам, там охереешь, какие дороги. Я знаю, ездил. Как говорю, повторюсь, у меня все это на 1.44 работало, ну, вернее, по картам была версия 1.44 по модам, да? Работал на 1.47, решил обновиться, ну, я читал, что они там что-то, ну, поддобавили, там, подрисовали. Подфиксили, вот, решил, думаю, 1.47, а промоция, ток, ну, 2.65, ну, сейчас 1.48 будет, 2.65 работать не будет, а эти карты год будут работать. А, все, понял. Ну, добавишься, скинешь, потом катаемся. Ну, не вопрос, вот, ребят, подтягивай, кому будет интересно. Я говорю, лишь бы стабильно на чеховской версии модульские карты работают. Окей, я, конечно, кроме паков, ну, выкину оттуда, наверное... А, там антирадар-детектор еще классный, предупреждает. А, Русь вам знает, а, предупреждает о ситуациях на дороге, где там авария, где это самое, ремонта работы. Басским голосом. Плюс, как бы, антирадар он тоже работает. По модам катали тоже я ставил этот мод с трубой дым, короче, идет. Он что-то вылетает у всех, так, не знаю, о чем проблема. А у меня мастер такой, как бы, ну, он у меня в картах стоит, я потом отключу, тоже можно дым поставить. Ну да, что-то тоже
замечали, что с ребятами катал, ставишь дым, блядь, у них улетает. Нам справа. Ладно, меньше пиздежа, едем, короче, бродяга, не вопрос. Дружи, СБ, карты, в архив, карты, сборка, плюс пак прицеп. Заценишь, надеюсь? Потом, если что, в игре пивка попьем. Да, не вопрос. Ребят, в левую, бота в правую. А так, блядь, в одиночку все стабильно, ну, я не знаю, почему, блядь, еще раз повторюсь, у нас потом все справа. А почему, блядь, в 1.47 онлайн морские вылетают? В 1.46 все было стабильненько. Неплохо, мы решили тут готовиться заехать, говорят, тут пивоварня неплохая. Так, мужчины, уважаемый конвой, я так предполагаю, что где-то вокруг довезем, переживчик сделаем, я похавать приготовлю, ну сами понимаете. Не хотел сказать мужчина одинокий, я хотел сказать, что мужчина сегодня дома один, похавать приготовит, буквально час-полтора, дальше катаем там площадь, не знаю, до 9, до 10 вечера, до 11, кто сколько сможет. Нам, смотрю, еще полторы штуки везти, ай, Тоха, сори. Пятерочку с меня снялся только что. Я вроде до конца. Пятерочку снял. Слушай, позади всего 5 танка. Откуда там взялось-то? Груд-то хрупкий. Хрупкий груд везем. Меня потом, ты говорил про карты, да, я потом
зашел, короче, в одиночку. Масштабирую карту, меня выкидывают из игры в промоциях. Видимо, карта не обновлена из-за этого. У меня такая хрень тоже была. Салтыга! Слушай, свежий промоц, 265 версии с Middle East, ну, с Ближним Востоком. Застан там внутри, в паке. Тогда с хинтом катались, что-то какой-то, да, там какой-то город заезжали и там скидывало. Думали, то, что неправильно, где-то как-то что-то стоит, а нет. Хотя ведь то же самое было. Да вообще, ребят, хз, почему моды на 1.47 так себя стали неадекватно вести игры, еще раз повторяю, на 1.46 не было такого. Может, движочек что-то прикручивают, может, как бы каждый раз, когда они движком начинают что-то делать, там цепится у них до хера. Потому что они же корень игры по факту. Ну, с каждым обновлением они же вроде одно что-то там подпрыгнут до краси, да, блять, а другое что-то хуже становится на самом деле. Они лучше оптимизацию нормально сделали и все. Так вот я и думаю, что они движок крутят. Сам движок игры. Потому что как бы ну так, серьезно сшибать это только реально можно движок крутить. А сегодня видос старенький смотрел, значит, забыл название их движка, он в ЕТС-ке, в АТС-ке, блин. Я тоже на секундалке постоянно, и
Блин, ну я тебе говорю, Скания на шестерке, это ни о чем. Я тебя услышал, ну, кому что нравится, ну, это что говорить. Как бы, ну, мне не доса, шестиступенчатый у меня стоит только на Volvo. Нет, не Volvo, Рено Магнум, вот там меня шестерка стоит. Все, на остальных я на 12. Все, дорогу на шестерке езжу, нормально. Вообще, да, у меня, по-моему, только на Вольво Че на первом профиле была 12-ступенчатая. Ну, видишь, ну я все повторю, что кому что нравится. Ну, дошла шестерка, вот особенно Скания, Вольво. И даже вот на Реноке мне не дошло вообще. На Рено я имею в виду Теска, только в пальце. Заманил нас, короче. А! Ну,
что какую резину поставить лучше, я не знаю. Мне, блин, туда здесь манает просто капец. Я с Гудьеров перешел на Мишлены, которые не самые топовые. И мне нравится, как они по дождю катаются. Ну, я тоже на Мишленах, у меня 70-й радиус стоит, блин. Ну, вроде они тоже средние, не для дождя, не детские, а Б, кажется. Серенький, я на мосты поставил Мишлены, которые самый нижний слот, а на передок, на переднюю ось, третий снизу. Ага, я тебя услышал, я посмотрю, буду на рынке. А сколько помню, там, по-моему, 85-ки. Ну, у меня 70-ки сейчас стоят, но, блин, мне не нравится, они в дождь вообще жесть. Я уже Рустика два раза, блин, ударил, ё-моё. Это мне напоминает, когда я на Гудьерах ездил. Это же бездущий каток на них. Соник увидел? Да не за что, сочтёмся. Пивка мне посети и зальёшь, да и нормально будет. Такое ощущение, что, блин, как на льду, блин. Да, ты как на коньках катаешься, блин. У меня дождь кончился. Ну да, вот только что закончился тоже. Так, уважаемый конвой, у нас двое позади. Вроде говорил, свободки есть, но приземлитесь, когда мы стоять будем, или там позади нас. Не, Рокер и Соник, они по чесноку давят. Тут как бы никакой свободки. Ток, может небольшой перерывчик, там минут на 5-7. Да-да, сейчас будет. Как раз передо мной стоит, будет заправка. Там, я думаю, сделаем перерыв. Так как вот по километражу, у меня 1440-й. 1200. Ну, они еще дальше от нас. Что нас хватает примерно на 1000 километров, то есть мы вот едем 3000 и вот будем сейчас второй раз вставать на перекур, то есть вот получается каждую 1000. А слушай, ток нормально, да, каждую 1000, давайте перекур тогда, кто услышал, давайте топить, кто позади. С какой скоростью едете? Сотка. Ну я иду 174 сейчас, нормально. Пробка это башка, я сколько, 120-130, трафик мешает. Догоняй, догоняй. Голливуд, Ростик, тут сужение, воду аккуратно. Далее заправка, я на нее. И мы, собственно, на отдых. Рок, штука останется на роботодвизоре, тормозим, отдыхаем. До вас 390. Мы не торопимся, дружище. На заправке встанем и отойдем так, как время будет. Так, на заправке я займу левую, правая занята. Кстати, Земель, забыл, Игорян, забыл тебе сказать, у меня сегодня опять праздник. И Одинск. Прикольно, блин. Одинск готов. С вами где-то, если кот еще там где-то, хуй его знает. Кормить самое главное. А так у меня пассивный. Хочешь, я тебе твоего бульдога отдам, блядь, и пёс. Так, у меня хаски было в свое время. Намного было меньше шерсти, чем от этого шотландца Веслалкова. Не, француз прикольный. Вообще офигенный. Ток, скажи, гладкошерстных тоже летит же, да? Со всех летит, кроме Бассенджи. Бассенджи вообще не линяет и не воняет. А со всех остальных летит же. Даже если кто-то скажет, что о, вот с этой собаки не летит, пиздец, блядь. Все летит, блядь.
по нашему времени в 5 вечера. Вы в режиме ожидания по обочинам выцепились. Ну нормально, полчаса покажу. Видишь, опять, как только говорил, я про эту херню забыл, он начал человечку скидывать файлики в облако, их выкинул всех, я один остался. Что за херь, я не знаю. На интернет жаловаться не буду, через роутер с потерями 80 мегабайт в секунду идет. Рок, слушай, ну ты в этих делах более сведущий, да? Подскажи, если что, вот, когда говорю, если слышишь, ну, по-любому слышишь, если не отошел. А скидывай человечка в облако файлы, играем в онлайн, выкидывает всех, кроме меня. Понятия, честно не скажу. Ну, понятно, что полюбаться сеть, да, а почему так-то, блядь? Ну, потому что нагрузка на сеть сразу высокая получается. Да, волчара, нагрузка на интернет идет у тебя и получается фрикуль. Я почему-то, знаешь, что думаю, волчара, это у тебя в провайдере фишка. И в широте канала, который он тебе выдает. Ну, слушай, на Билайне сижу лет 11, не замечал в других играх такого, чтобы в другую игру играешь и скидываешь в облако файлики, только в этой ETS-ке. ETS-ка очень требовательная игра, тем более сейчас с этим конвоем. Тут видишь, какая фигня? Я не знаю, как правильно, грамотно объяснить, чтобы понятно было. Но там, например, если ты играешь в какой-нибудь шутер, там пакетами отправляются данные. А здесь, как мы, тоже, конечно, пакетами, но чаще это делается, потому что тут, понимаешь, суть в позиционировании. Там-то ты играешь конкретно на выделенном сервере, а здесь как бы ты хатуешь. То есть ты постоянно отдаешь информацию. Вот, может, в этом разница. Короче, мужики, хз, одно скажу, и все это, блядь, знают, велосипед не изобретаю, не оптимизированная игрушка, вот и все. Повторюсь, в Англии отыграю, блядь, хоть 10 часов подряд, похер. Я отошел? До вас 300. Трафик собака не дает мне обогнать. Не хочу ругаться матом, но приходится. Сегодня родиска неделя, суббота. А эти гады не дают проехать. Светофор. Так, волк серенький, то у нас еще на связи. Так, если не слышно, наверное, выкинула. Ладно, я, окей. Почему выкинула? Я не помню, курица пошла. А у нас бродяга был, там буквы такие, знаешь, какие-то витиистые, блядь, я даже не знаю, где такие искать. Ну, я говорю, что я тут, блин, в игре-то всего-то, блин, с 14-го года. Вот, и волчара, ну, который у нас в Беларусь, выкинул что-то их обоих, или они сами ушли, хер его знает. Я уже здесь. Блин. Как я тебе и говорил, ты ждал перекур, они ушли, ну. Так
перекур у нас когда 1000 проедем. А если пока не смотреть, они впереди тебя идут. Слушай, Игорь, я всем говорил, сейчас мы груз довозим, делаю перерыв часика полтора. Ну похавать надо приготовить. В это время волчары серенькие, Беларусь, скину файлы, пока игра в онлайне не будет, сам понимаешь, мобиль не будет. По промоции Сонику-то я скинул, это самое, у меня ссылочка, он поймет, что в облаке. Промоции в облаке нет, надо в другой аккаунт закинуть и тебе ссылочку. Пока будем на перерыве полтора часа примерно. Я тебя услышал, во время игры не нужно. Свободное время будет скинуться, вопросов нет. Ну, крыше интересно, может в одиночке она стабильнее будет себя вести, чем в конвое. По тесте карта классная, блин, но только в эти 1.48 она закончит свою работу. Так, а что, уже приехал, что ли? Тоха, вроде бы еще до 1000-то еще 200 прилетели. Че, здесь пристанем? Тоха пошел. Ну, в принципе, до завершения заказа 85 часов. А ехать надо, если так разобраться, часов 19-20, да. Я понял, Конвой, подскажите, кто сведущ в онлайне, работает пауза F1? Попробуй, но похоже в этом нет, Конвоя. Нет, Конвоя нет. В Конвое те настройках там есть функция поставить игру на паузу. А так F1 не срабатывает в Конвое. Да, сейчас нажал, смотрю по этому, ну где время идет, роутер-двизор, также по секундам отсчитывает. Ладушки, перекур. Параллелька идет. Да, встретимся.
на трассе, на перекрестке. Мужики, да, да, встречаемся, кто-то догоняет, ждем всех, базара нет. Ребята, еще раз повторяюсь, нежелательно уже пользоваться свободной камерой. Как бы, ну, крайний случай, может быть, но лучше нет. Нежелательно во время движения пользоваться свободной камерой. Ну, вот такой красавчик земель, всегда вот человечка раз так бы и поднаправит, да. Стоим, базар нет, Соник, если есть свободка, но если не особо темно, долети, блин, попроще будет. Что у тебя нет? Все, я курить. Ну, Соник, это, конечно, и груз брал на такое расстояние. Я вот нашел попутку, да, перехитрил, так сказать, на пару тысяч километров. Да, Соник сейчас подлетит, там что ему 300 километров с чем-то там идут. Да, Игорь, я Соника пригласил в игру, у нас тут, говорю, закинул файлики в облако, но игра вылетела у ребят, не у меня. Вот. Соник до этого прислал, что нет мест, и место, как раз места появились, я ему пригласил. Так, ребят, осторожно, я рассыплюсь и заправлю совет, что-то я туплю, у меня меньше, чем полбака.
этот дядя Валера подошел. Соник, слушай, Соник извлекает. Я тебе забыл порядок установки файлов в модуске скинуть скринами. Хочет попозже. Потому что сам понимаешь, что нужно на другой профиль переходить.
мать, красный свет. Ну ладно. Потягивайся и поедем. Ждем, ждем, ждем. Осталось ехать, охренеть, просто сколько еще? 1119 километров. Охренеть. К заказу было доступно чита с сыром и с кетчупом. Блять, какая редкая штука. Чита. А чё, виноград не заказал? Не, виноград с пивом это пиздец, конечно. Я ещё до него пока не дошёл. Мужчина сдвигающий. Не спеша. Стоку догоняет.
Да, я вот поэтому и говорю, обходи, чтобы не натворить чего-то. Конвой, соточка на круиз. Чуть-чуть как бы дома, чуть-чуть.
сборки газ, она есть, она нормальная, обновленная, там больше трасс сделали. Я понял тебя. Ну, я тебе говорю, Беларусь, она добрая страна, и по большинству нормальные люди, адекватные вообще, вопросов никаких. Слушай, Волчай, белорусский, давай нахер твой промоус 265, давайте сборочку свою скину. Ну так скинь, я завезу, никаких проблем, подкачаюсь, покатаюсь. Конвой правая на бублик. А теперь промот существует, пока чех не обновил. Эта сборка год будет работать. Я на старых промотах качался, с шаманом качался, блин, с аршанцем. И, если честно, намного живее карты, вот игра намного оживляет. Ну слушай, серенький, ни хера не херее, как сказать, не хуже карта, чем промоция. Сборка карт Русмат, Волгома, Казахстан, Сибирь. Ни хера не херее. Нет, проблем нету. Я же не говорю, что они хуже. Нет. Просто говорю, что с промоцией намного живее карты становятся. Плюс дополнительные карты. Я только на одной катался, на Сибири, мне вообще не зашла карта, не понравилось очень, много недоделок. Рока, ни хера ты его подвинул. Да. Серенький, возможно, ты не на той карте катался, где тебе было хреново. Мы катались на Химап. Блин, я не, наверное, месяца 5 или 6 назад чипмат, там один к одному масштаб, но мне вообще карты не зашла в танки в 6 кг. Один к одному масштаб? Это ты 100 километров едешь, реально там час 20? Да, совершенно верно. И вот мы здесь, вот, например, ты подъезжаешь на горочку, поднимаешься, да, у тебя плавненько. А там ты поднимаешься на горку, у тебя спуск начинается, у тебя как 90 градусов угол. Ты постоянно ударяешься. Если на дороге затор, его ты не объедешь. Ты устанешь ждать. Слушай, серенький, по-моему, 1.19 сделано. Направо 90. Это уже давно было, давно. Я говорю, месяца 5, наверное, назад мы скачивали, пытались покататься, но вообще не зашла. Кому направо 90, слева чисто. Это же просто хардкорная карта, один к одному. Нет, серьезно, у меня где-то даже осталась она. Я могу, если что, могу скинуть кому надо. Поприкалываюсь. Там реально один к одному. Но она грузится отдельно, с этим основным картам она не цепляется, она же отдельно идет. Ну да, она идет как мост, ты включаешь ее в модификацию. Серенький, не забывай, есть Сибирь Мат, да, это нормальная карта. И есть суровая Сибирь. Ты какой катал? Блин, я вот честно-то не помню, вроде бы просто Сигмап. Сигмап вроде бы у нас. А версию не помнишь? Я не помню, но это было еще, я тебе говорю, наверное, на 1.47, на 1.46, я не помню точно. Ладно, в конвой, но впереди опять бублик направо. Че, по встречке, чисто? Чисто, вот я тоже пошла. Рок, сейчас забываю спросить, ты на шестерке? Нет, я только на 12 езжу. Ну, у тебя с ручкой, да? Нет, у меня автомат, он на дигиталке ничем не отличается абсолютно. А не клава? Сужение влево. Я говорю, автомат.
Руль и автомат. Совершенно верно. А у меня клава автомат. Сори, мужики, трафик впереди, поэтому пилим потихонечку. Отгоняем чисто, одна встречка впереди. Две встречки. Того же своего DAF-автоката, двигателем на 2000.
Я пойду почти под 300 км. Ну, смысл. Нет, ну можно, конечно, там зур и хуй сломать, имеется в виду к стандарту какому-то золотому прийти и поехать. Во-первых, серенький моды онлайн на 2000 движка ХП не работают. Ты не сможешь с нами это взять, если у всех будет все стандарт. Ну, пробив пока. Волчат, ты меня не понял немножко, это не мод. У меня просто одна машина есть, а она прописана. Просто изменен двигатель с коробкой. Чисто по прописке. И я могу спокойно с ней в конвое катать. Но я ее... Ну, чисто мы делали ее так, чтобы попробовать, как оно и что. Скажи, если таки не приветствуется. Это да, я согласен. Почему я в конвое на ней не катаю? Я просто говорю, что есть одна у меня. В гараже есть одна машина. Речь нашла о движках 750-х, а не о 2000-х. 750, например, можно в любой момент поставить 750 движок на любую машину. Есть модик, разрешенный в Стиме. Там, ну, им редко кто пользуется, ну, не знаю. Там только машину можешь купить с движком. А просто движок если поставишь, он не будет работать. И через охранку. Правильно, мод включается, ты покупаешь машину, даже того Мерседеса, и он у тебя автоматом идет уже 750-м движком. Все верно. Ну там самый минус отстойный, у тебя постоянно звук Volvo. Постоянно. Да, совершенно верно. Потому что там, походу, Volvo тебе заставит. Конечно, вольвовские, а чизы еще искать их. Хотя если отскани и поставишь, то будет сканер. Не пропускай впереди направо, то догоняйся и мной накроешься. Звук можно поменять на любой. Холливуд, извини немножко, пожалуйста. В сканере 730 максималка. Промоток уже 770. Ну блин, Игорь, может быть, не знаю, я не сталкивался. Да, 8-0, левое, по ограничению. Че, мы скоро домой уже там ворвемся, блин? Где граница с нашей родины? Ток по голове 600 до базы. Я вернусь с собой, но попозже.
понятно, как опять стоим в конвое. Серенький услышал. На отгон ушел. Вон у тебя там есть заправка? Аккуратно будьте, скажи. Да, аккуратнее, трафик. Петух впереди есть. А то я пока вас догонял, спалил полный бак, блин. Сори, подарок. Да, сволочь, не хотел ехать. Петух впереди 50 км примерно. Ой, сорян, я просто, ну, не успевал затормозить, разогнался очень сильно. По беспределу ворвался в конвой. Прошу прощения, джентльмены. Игорь, может, на заправочке перекос? Я уже понял. Как ты догадался? Я занимаю правую колонку. Так ты ж съехал, я увидел. Ток на заправочку. Жуки, заправка, перекур. Мол, на колонках не курить, сами понимаете. Вдруг ебанет. Насчет волчарта понятно, белорусского там кома пришла, остальные все вижу, Голливуд приехал, заправляемся, перекур, ребят, минут 5. А кума это кто? Сейчас, если я особо разбираюсь в родственных связях. Так, кума, сейчас погода, я подумаю. Закупли. Да, закуплю сейчас. Это сноха твоей жены получается. Блять, сноха кто, ёптвою. А как она мужчине приходит, я не знаю. По женской линии родственной примерно понимаю, по мужской пока не допёр. Я курить в шопу ваших кум. Да, небольшой перекур. У меня сын с моей стороны, дочь с их стороны. Они поженились. Они нам приходится, и ее родители нам, моим родителям, приходится кумовьями. Я вот так понимаю. Пиздец. А то, что только я сказал, допустим, вот, я брат с сестрой, я женат. Ну, на своей жене, грубо говоря, да? И моей сестре она приходится заловкой. Заловка моя сестра, а моей сестре она приходится... Блин, как это называется-то? Ну и система. Кнопку, что ли, я хер его знает. Короче, все очень в русском языке, блядь, сложно. Насчет родства. Курить. Та самая ситуация, когда и неинтересно, и ни хера не понятно одновременно. Скорее всего, неинтересно, потому что нихуя не понятно. Было бы хотя бы хуя понятно, было бы хотя бы интересно. Ну да.
до сих пор, кстати, не открыты. Соник, загугли Volvo F88 и увидишь самый любимый у меня грузовик. И вообще, в принципе, всех времен и народов. Особенно его синий-желтый цвет. Это прямо произведение грузовикового искусства. Я на таком гонял в моде от XBS. О, феноменальная тачка. Ты бы видел, у него там центральная панель. Такие часы восхитительные просто на всю центральную панель. Поддерживать 88-ю Volvo. О, блин, это феноменальная тачка. Лучшая. Так, мужики, Волчара с вами. Но немножко отлучиться, передать файлики другому человечку. Выезжайте, не вопрос, я догоню. Не свободка своим ходом, не переживайте. Да потом передашь, куда ты все торопишься? Давай доедем уже, потом пойдешь перекидывать. Я поеду, потому что я по России хочу не быстро проехаться. Километров 80 час хочу потопить, посмотреть по сторонам.
двумя аккуратно справа по обочине, авария. Боже мой, не сживайте, здесь Валера сегодня катает до полутора. Мы сейчас будем файлы передавать. Нас опять выкинет просто. Нет, передает-то он ссылку, а не файлы, слава богу. Вот он еще, если начнет себе что-нибудь загружать, тогда он скиснет стопудово. Он как правильно сказал, только ссылочки передает. Так, сеньки, по-моему, тебе еще нужно. Сеньки, на связи нет. Ну ты вообще, что ли? Ну, Сереги, с Кумой ушел, да? А, ну, все равно же у нас Кумой, по-моему. Джентльмен, скоро звонится, мы дома. Сори, с Кумой, езжайте, меня ждите. Иногда включать эти крестики. Налево идите. Кануй, сори, у меня автосейф, аккуратнее, может лагануть. Езжай давай налево. Да, блядь, одни вот откуда взялась? Ну, ядрен батон! Thank you.
Вас догони. Давай, давай, мы тут на таможке. Если у тебя крестики не отключены или отключены, прямо не уедь. Только отключенные. Я мостик не решил пройти нормально. Блядь, меня на досмотр отправляют.
которые приветствуют разные города. Ну, круто, смотрится по ней. Реклама натуральных соков.
Не смог перепрыгнуть. Следующий застрел. Это было прикольно. Фух, такие, оп, полет прервался на мгновение. Догонишь? А их нет, тут уже
Ладно, тек. Слушай, у меня все по фаншую, стабилизации тролейбуса прицепа. Кстати, кто-нибудь пробовал без этой стабилизации ехать? Только свечи сейчас это сказал. Я с ней езжу. Я и говорю без, потому что практически все, мне кажется, стабилизацию выкручивают. Не, чутка поставил. Нашел, короче, в инете скрины, где эта стабилизация вся, ну, как бы расписана. Ничего. По-русски он просто не прописал, блин. Скажите, я с прописками. Я говорю, правда, прописано. Ну, что сказать? Ты что, это тебе дает, ты не кувыркаешься, типа, или что? Поворот 85 градусов, я вхожу на соточки. Бля, нахуй, ну смысл? Ура! Мы тоже туда подходим. 3000 километров, неплохо. Поехали, поговорили, 3000 незаметно пропустили. Правда, рассыпались все в итоге. Но доехали. Тох, главный результат, сам понимаешь. 60 какой был? 3000 проехать. 11 миллионов половиной получил, охренеть. Ой, ковождение. Доступно новое улучшение. О! На стримлайне 730. О, еще мне 16 мультов как упадет на счет, я забью сразу весь гараж. Нет. Тоха, ты по деньгам не чизишь? Не, ни разу не читал, ни на первом профиле, ни на втором, даже не отключал никогда эти правила. Догоняю. Великолепно, ё-моё, сейчас заколочу гараж. Так, да прибудет с тобой конвойная сила. И боты на мерседесах, еее. Я приехал. Я еще много где не был. Не катал вообще некоторые направления, блин, вообще. Сказали на четверочку. Зато полет у тебя был, блядь, на пятерку. Не, ну только понятно, что на четверку поврежденный груз. Остался от разбойника к разбойнику. Yes! Есть гараж в Будапеште, завалил ботами. Красота! Так, ну что, уважаемые
теперь все приехали после долгого, не говори никак длинный, долгий рейс. И... Ты же вроде хотел отойти там что-то покушать, приготовить. А перерывчик делался? Да, кстати, да. Так, у меня все разморозилось, и ненадолго, может, часик-полтора, не больше. Ну, кинешь приглас, я бы еще сегодня покатал. Тох, я ж тебе говорю, сегодня я один с котом. Все, нету женщины рядом. Ты класс. Пошлый Ганс. Ой, предлагаю, так, у меня сейчас мое время 19:08. Половина девятого примерно, это по Москве будет, по МСК будет, наверное, половина восьмого. И мы встречаемся по МСК в 19:30. Принято. Кануа, все, кому интересен мастер меда, то бишь я называю сладкое. Рок, ты знаешь. Все, ребят, полтора часика, перерывчик, похавать приготовлю. Соответственно, заказ мы успешно накачу, пока готовлю, сами понимаете. Пол девятого по нашему получается, пол восьмого по Москве. А, Игорь, тогда погода, что-то я, блин, пизжу походу. У нас с Москвой плюс один, правильно? У меня время семь. Да, у меня время 7, в Москве время 6. 7 плюс полтора? Получается пол девятого по нашему, пол восьмого по Москве. Окей, мужики, давайте так, через час я успею, базарню. По МСК получается у нас чего-то там 19:00. По Самарскому, Ульяновскому, Демирогорскому в 20:00. Через час. Да, давай, принято. Все, кто услышал, тот услышал. Закрывай сессию на 1 час. И дальше катаем до безумия. Да, катаем до безумия. 11 миллионов. Плюс. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей части, в следующей сессии через час у меня, и у вас это будет на следующий день.